Ну, косячка. Рыбка. Так. Чё? Рыбка-косячка. Рыбка, не косячка. Свет, звук. О, Стук. пошло. Кстати, тут у этого трактора, я смотрю, даже, вообще, даже не пока такая аэродинамика. Аэродинамика у кирпича. ДТ? Да. О, да. Аэродинамика так. Кирпича. Поставлена вентилятором. Первым, значит, делом я ищу эту сраную фламинго. Потому что она мне покоя вчера не давала, но меня уже соображало в кине. А ты к фламинго пошла? Да. Я не знаю, где оно. Оно. Он. Подожди, так, а якорь? Уже все давно уже. Когда? Когда? Вчера. Спать меньше надо. Там не было. Кого? А ты его валила пушками или часами? И тем, и тем. Часами эффективнее. Дольше, но эффективнее. Со второго раза куда уж эффективнее. Такая же песня. Эхти, как... Я не знаю. Знаешь... Значит... Просто книжками больше урона влетало. Улучшать я ничего не буду. А зря. Я бы тебе рекомендовал... А, ну ты хочешь 8 накопить? Я хочу 8 копить. Я тебя понял. Ну копи. Бить нафиг. Мне надо... в этот... коридор искусства. Ты там же. Нет. Я в закрытой... Я в закрытой, это не лень идти там. Надо долго идти. И выйти с коридора, все. Тебе... Что? Я прикидываю, куда. Там под лестницей ничего не было, прохода никакого. Только задний. А да, знаем. Сейчас сразу на 90, на 180 крест. Так, тут все сохранилось. Просто вдруг опять что-нибудь не сохранилось. Ну, это да, это да. Да блин, как с тем телеком. Вылетало. Телек, кстати, я нашла переопоженный телек. Подожди, переопоженный, в смысле? Ну, в зеркале. А, в зеркалке еще можно было посмотреть? Угу. Я помню, что что-то подобное было, только я не помню, снаружи или в зеркалке. А маятники? Нет. Мне, я не сообразила, где еще их засинхронить, а вот и ты. Одни в зеркалке. Птичка. Оп. Крыша поехала. В чем суть? Давай прикинем. Фламинги у нас. Черного касаться. Да не черного, похоже, дело. Ау. Просто идти типа нельзя. Да. На розовом не надо идти. И сына светофор прошла? Да. То какой, кто мне все испортил? Пашка опять? Угу. Опять ты? Когда сама уже спросила. Я не спросила. Тебе что, мало, да, было? Попробуй прятаться. Или что? Сколько урона? Сейчас что будет? Биться на максималку. Не надо мне ничего проламывать, иди нахрен. Встань. Отшибись.
И холодильника мало, да? Как там, и целого мира мало, а здесь, и холодильника мало. Да. Да, вот согласна. Заметила, кстати, на чем он стоял? Он? На чем? На телеке. Именно, в смысле, вот именно. И чё, ты думаешь, что... Я не думаю. Это хрень. Я уверен. Путешествует через телеки, в том числе и через технику, в принципе. Я уверен в другом. Что этот фармер воплощение... Нет. Скретча? Нет. А я да. Вспоминай. Да господи, это было так давно, что это ну не это может быть. Это было, да, но они могли фламинго поэтому и ввести в качестве отсылки к туда. Ну, друзья, нам надо замьючиваться нафиг. Да, лучше это сделать. То есть... Потому что, спойлер, я в отличие от некоторых, нет, ценю чужие впечатления. Где-где? Везде, Костер же еще здесь не был. При том, что он смотрит. А, не, он смотрит. Нет. Смотри, а кто двое-то? Кто-то еще. Я сказал, что двое, и моментально стал один. То есть кое-кто все-таки смотрел. Ну ладно. Хочет, смотрит, не хочет, не смотрит, это кое-что же. В смысле, Костя. Центр снимай. Заодно и узлы почистим. Но этот чувак, конечно, укажет, потому что надо было растерять, блин, измененные предметы. Вот как так? То есть он за ними должен следить, по сути, их паноптикуме, а они вот так вот блуждают, где попало. Это одна из причин, почему я его не перевариваю. Сейчас придем, и он еще скажет, а вы знаете, я еще потерял, пока вы там ходили. Придушу сразу нафиг. Да, я еще и добавлю. А ты разве все нашла? Нет. Вот. Я сейчас еще зачем пришла сюда, как ты думаешь? Зачем? Во-первых, побочка, во-вторых, узлы здесь не последние. Здесь же в исследованиях еще один предмет. В исследованиях ли? По-моему, там содержание. Содержание был фламинго. Там же, по-моему, второй. Здесь. Это, весь вечер вертолеты ловлю. Фокусироваться не могу. Какой вертолет? Сань. Как кружится что-то. Не знаю, с чем это связано. Может, то, что до насморка. Смысл сфокусироваться прям вообще? Было окружение? Да, да, я понимаю, что я смотрю, а у меня не так много. Периодически. Причем на экран смотрю не плывет, потому что все-таки динамическая картинка, как здесь. Пытаюсь прочитать что-то, а моментально плывет. И... Все. Очень нравится. Редко бывает, как бы. Время, наверное, раз пять были.
И то в последние 5 лет. Воу, зависла. Она так зависла. Это страшно. Давай. Интересно. Ладно. Мы же знаем, что делать. Все вылетело. Да. Это ошибка. Сейчас все будет. Она успела оклематься. Успеет. Святая Троица. Кто мне скажет Святую Троицу? Либо Ctrl-Alt-Delete, либо Ctrl-Shift-Escape. Вот именно. Но Ctrl-Alt-Delete более святая. Она более многофункциональна. Многофункциональна. Что? Почему она более многофункциональна? Потому что там еще выйти из системы и прочее, прочее, прочее. Сейчас я наловчусь, смотрю, найду завершить процесс в этом всем. Ну, либо сделаем релоуд на крайняк. Ну, вот так бывает, да. Что поделать. И скорбно. Все привыкли. Опять кому-то клеить. Первый раз, что ли? Я, кстати, еще control в порядок не приводила. И заметь, что я все делаю клавиром. Говоришь клавишами? Потому что мышкой она не сработала. Правда, оно и клавиром как-то не особо. Сейчас. Вернусь после ребута в таком случае. Окей. Намерки. Вау. Хотя можно было просто его припугнуть ребутом. Первым делом, что он сделал, это закрыл зависший процесс. То есть я нажала, да, кнопку ребута. Он начал вроде как входить в него, закрывая процессы. И первым делом исправился, конечно. Ты, кстати, давно чистила реестр, там все такое? Не очень давно, месяц назад. Тут дело скорее в физическом. Засоре. Или в самом железе, в принципе. Там валенки надо просто с видюхи вычистить. Не упало ни хрена. Чё не упало? Кто не упало? Трансляция живая, в смысле. Ну я и говорю, он закрыл первым делом зависший процесс контрола. При этом трансляция спросила, точно ли она хочет быть закрытой, и все оклемалось. Эу. А вот теперь он попытался закрыться. Эу, в смысле выключиться. Прикинь. Бывает. Живое там? Да? Нет. Он просто второй раз попытался выключиться. Он говорит, а точно вы не передумали?
А то я как бы могу в ребут уйти. Если вы не передумаете, не передумали, ладно, нажмите отмена. Кстати, все-таки он залипает, когда много частиц. Да, да. Где еще один? Уже был здесь. Умер. Это кто-то сломан. Что? Нет, да? Умер. Что это было? Кого-то опять понесло на кишей. Как видишь, у этого у заряда есть один минус, он не пробивает насмерть. Как щиты. Надо держать дистанцию. Да, и так я держу. Еще узел. Ладно, пошел. Чего? Опять пропадается. Чего? Опять пропадать стал? Не знаю. Мне тут настолько больно, что я не могу следить, стал ты пропадать или нет. Вернее, не так. Мне сейчас чуть не сделали боли. Эти индикатор, зараза, через раз срабатывает. Вон она. Сволочь такая. Сейчас. Оу. Это еще что-то мешается. Кто? Где? Слышно. Мы не глухи, но слепы, мы не видим вас. Алло. Эй. Их слышу, но не вижу. А, так слышно, Паш. Тебя пробивает? Нет. Я имею в виду, что я имею в виду, что тебя слышно. Я просто по индикатору и смотрю, и он не всегда срабатывает, когда я говорю тише. Да. Поэтому всегда запариваюсь. Это не все. Бочка потухла. Бочка потухла, но это не все. Наоборот, не все, да. А вот это не весь, да. Шарик, да. Взрывунок, кстати, не взрывунок, щитовиков, в смысле. Лучше всего кумулем и после китка этими
какими-нибудь предметами. Давай, поднимайся. Обратно. Эй, ты как висишь, заманила? Как? Как обычно. Вот точно так же, только в полете. А летала все время или? Нет. Когда она обнаглела. Когда она летать стала? Нет. Чуть-чуть до, но как только она начала напирать и уворачиваться, я начала летать. А сколько у тебя было времени? Две попытки. Да, ну нафиг две попытки. Она страдала, знаешь, сколько? Я же себя знаю. Я понимаю. Знаешь, сколько страдал? Сколько? С ней? Да. Фигня вообще. Реально, 3 часа. С ней. Да. 2 попытки, может 3. Нет, 2. Я пока 2. Выкурил вообще ее стадии. Какие стадии? Она делает так, как мы делаем. Их 4 стадии там, Крис. Я не заметила. Первая стадия она просто кидает, вторая стадия она подрубает щит. Она не успела подрубить щит. Треть... Нет, вру. Она сначала начинает кидаться, потом параллельно щит подрубает. Вы чё? А в конце летать начинает. Чё у вас так много? 4 приёма. Хуже всего мне приходилось, когда она начала летать. Я летать начала еще до того, как она начала летать. Нет, не в этом дело. Я все время забывал уворачиваться. Там самое главное было не торопиться. Уже говорю, мне начали нравиться побольше. Это да. Они стали куда более... Что делаешь? Активные. Я? Вообще-то хотела вернуться. Но они тут понабежали. Поэтому триумфальное возвращение превратилось в кровавую бойню. Фига их тут. Летун, Крис, прямо перед тобой. Вижу. Ну, в радиус опять ходит, а? А. Я. Ты мне еще, чтобы не в рот прицели, блин. Тот же Лаки Инстала. Сармайл Айту. Ты помнишь, да? Я помню. Одно свое я никогда это не запомню. Это не мое. Однако же все ты запомнил. У нас есть почитать. И у нас есть. А не кем. Мне кажется, там рядом с сюжетным оно, возможно. Дело вроде бы написано один. Да, в содержании. Мне почему-то показалось, что мысли, очевидно, одно наслоилось на другое. Блин, где ты еще? Знаешь, где я 6-ку видел, Крис? Где? Медкрыло. Maybe. Нычка была за 6-ю дверью. Медкрыло и... Где-то в районе вентиляции было в этом самом. Поняла, Аня. Когда лень идти до точки. Там, а во-вторых, где-то в исследованиях еще торчит 6-ка. Там еще одна была, да.
Только я не могу вспомнить, где именно. Так, секундочку, где она сходила? В программе по отбору идеального кандидата, собственно, нам и его искать, да? Кажется, тебе через отдел логистики, через эту. То, что в отдел логистики, понятно. Вот дальше. Безопасности. Вот дальше куда? Это вопрос. Там в безопасности пошарься, возможно. Там, по-моему, была у нас шестерка. Ну, заодно как раз заглянешь, куда надо. Да, потом вернусь к зеркалу. Куда надо, это в смысле в медичку. Медичка там рядом. Еще у нас медички. Я сейчас сказал, еще шестерка двери. А, это в этом. По пути. А, кстати, здесь в этом отделе все время бегает с пистолетом на перевес. Как будто прибоя. Она вроде всегда так бегает. Всегда. Прибоя нет, она относительно свободно бегает. Именно в этом отделе она постоянно за пушку бежит. Какая неприятность. У вас там прилетело. Меня, представь, Крис, у меня один раз шипы, которые эти взрывающиеся. Один из них был вот в том убежище. Распавнился. Он заспавнился? Там он заспавнился? Нам сюда. Я, конечно, открою, но пока не пойду. Где? Блин, я ж могла сделать так вообще. Ну, кстати, есть приемы прыжка сверху, вот это, которая на цех, кстати, делается в обычной раскладке. Есть одна плохая особенность. Какая? В какое-то время ты не можешь ни уворачиваться, ни то самое. Не заметила разницу. Он всю энергию тратит. А ну, у тебя не была. В этом плане, да. Сосудики. Секьюрити. Ты в медичку с другой стороны заходишь. Пойдем в кандидата. Или пойдем сначала в медичку? Сначала в медичку, потому что по кандидату тебе надо. А, подожди, медичка-то тут же. Она же тут же, просто она сбоку. Да, там что-то сбоку. Да, в медичке была тут дверь. Нам теперь пофиг, наконец-то. Кстати, нам надо и в управление тоже. Он теперь тоже да. Же пофиг. Я не помню, где там. На верхнем этаже это, по-моему, да? Там, где этот, в Томасе был. Где там? Что-то рядом. И да, что-то было. И в обслуживании еще такая комната есть. В обслуживании вот было, тут, там где-то по верхам. По верхам, в смысле, над мы ходили в какую-то комнатку, и там... Наверху был типа как балкончик такой. Тут двери вообще? Был как раз в такой двери. Я один сай не помню, там пятерка или шестерка была. Закрыто. Тут у нас шестерка. Кстати, да, вот. Угу. Тут же. Что такое, блин? Карцер? Одиночка. Но
карцере этого нет. Сфера погружения. Intense pressure behind the eyes and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause. So... What the fuck is that thing? God, it burst right out of him. Call Black! Get Marshall! Черт. Что у них там за чужой? Что-то пошло не так. Астральная тварь из него появилась. Шарик этот. Ты думаешь, шарик вылез? Это несколько жестко. По крайней мере, это единственное объяснение, которое вижу я. Из того, что мы знаем. Вот все влазили. Молд gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Мы уже занимались уборкой, Джейс. Кстати, да, это глюк. Интересно, в делах тебе появились еще побочки? Надо будет сходить. У него они довольно головоломные обычно. Вдруг нас сейчас погонят дальше. Это прям погоня. Вот. Не, прям по сюжету это вряд ли. Легко. Сика. Что кого переборет? Так, и вот здесь вроде была где-то дверь, я могу ошибаться. Вроде бы нет. А, это сверху того самого мы там были. Значит, да. Тут все чисто. Там проверим дверку шестую. Где? В ахте. В ахте? Maybe. По-любому где-то там в отделе есть шестая дверь. Такая квадратная комната была и как бы двухэтажная. Где-то была. Или это не в том отделе? Нет, должно быть в том. Я не помню, где именно. Тут была точка. Ох, где-то надо войти сначала непосредственно к ахте. Вентиляция. Помнишь вентиляция? Нет, я помню.
Тут опять все еще закрыто. Ли, еу. Опять. Нет. Так. Тебя ничего нет? О, не залипай. Так, это мы видим, сколько мы к этой. Помнишь, там еще такой, как бы, комната, она была как на колодец похожа. То есть вот первый уровень, да? Вот, комната похожа на колодец. На втором уровне там балкончик такой находился еще. Крутяк. Мысли. Ну так можно было, что ли? Не знаю, но мне можно. Подожди. Я просто прилетела туда, откуда мы падали. А чё, так можно было, что ли? Класс. Нам интересно, поржать хочешь? Что? Даже пчёл не в курсе этого места. Ну правильно, потому что нелогично проверять там, откуда ты падал. Если только он за кадром не проходил этого места. А я привыкла к античемберу, Паша. Если ты откуда-то падал, когда-то давно, есть смысл ты туда вернуться? Я его так и не прошел. Я вообще не понимаю, если, что происходит и как если делать. Ты падаешь из какого-то места, и оно может измениться, есть смысл это проверять всегда. Понимаю, но... Кажется, есть одно но. А это состояние, оно изменчиво, поэтому... Раз мы отсюда падали, и это место некое... выглядело по-другому, то... Я, кстати, не напоминает движение стен дыхания. Скорее, сердцебиение. И так. Там на белый свет дальше ничего не было? Подожди. Что еще, я вижу. Выше. Выше, выше. Я пойду на белый свет. Это выход, скорее всего. Ой, сначала туда. Вопрос только в одном. Как? Всегда проверяй здание, которое может изменяться. Потому что оно... Там, кстати, пятерку с четверкой, я смотрю, насыпали. Да. Это плохая примета, но... В нынешних реалиях. Это уже. Почему я погибла здесь? Место я вообще не в курсе. Вот и пролом. Интересно, мы вернемся туда, куда возвращались в прошлый раз? Сверху этой комнаты, или мы вернемся в другое место. Да. Класс. Свои теории я проверила, и проверила не зря. А то в прошлый раз как-то совсем забыла проверить. Да, Крис? Что? Почему я вспомнил сокола? А что сокол? Что за сокол?
Это не сокол, это просто, я говорю, это надо снайпер. Вот подожди, вот в этой комнате не было? Я не припомню здесь дверей вообще. Здесь лифт есть. Есть, да, но... Подожди, а помнишь, как мы вообще заходили в этот отдел изначально? А. Там где-то, в том краю? Может быть, там, да. По-моему, когда заходили, там что-то было подобное. Надо, кстати, надо потом вернуться. Помнишь? Что было такое? Там наверху где-то была дверка. То ли четверка, то ли пятерка, то ли шестерка была, соответственно. Ну, заметь, когда я сказал изначально, я имел в виду всем изначально. Впервые сюда попали. Вторую карту. Подожди, я... Ты отсюда ищешь? Там... Я люлей ждала, собственно. Кстати, проверь здесь внизу дверку. А, с закрытой. Вот я ни разу не посещал, не вот так открыто. Либо я ее благополучно забыл посетить, либо одну из двух. Какую? Вот ту? Она открыта? Там четверка, что вот у тебя открыта, да, у меня была не открыта. Больше нет никаких? Я забыл. Тут это... Я знаю. Столовка тут была, пара записей. Думал, у тебя она не открыта, ты аж подала. Не, она открыта уже давным-давно. Ага, давным-давно. Кстати, а нет, точно не здесь. В место мы изначально заходили. Я знаю. Я туда и иду, только иду медленно, осматриваюсь все. Что у меня еще есть вопросы вот это, к тому. Это, по-моему, где этот, эти межсекторные... Да, я знаю. Лифт. Подожди. Неспроста же они тут. Все-таки мы отсюда падаем. Ученик нет? Ученик нет. А могли бы быть, между прочим. Было бы клево. Блин. Тут двери нет. Пойдем, значит, к выходу, если ко входу. Тут закрыто. Вот здесь, кажется. Закрытая дверь, она что, с другой стороны открывается, что ли? Да. Только я не могу выловить, где. Я уже пыталась выловить по карте, пока не поняла, где. Может быть, еще здесь вот дверь какая-нибудь. О-о-о. Залипай. Я не помню, как мы вообще проходили здесь сюда. Лифт. Там двери дальше. Это в эту, по-моему, да? Это сюда. Конвертером, да? Кстати. Так, сверху я тут все проверяла. Да нет, это точно не здесь. Это точно не здесь. Про карту крест на секунду. Да. Оу. Мечик нет?
в опасной близости к пропасти. Кажется, нет. О-о-о-о. Блин, я с рукожопила. С чем прыгать было? Ладно. Там была, могла быть идеальная нычка. Ну просто никто не полезет туда, проверяй, кроме меня. Помнишь место, через которое мы заходили в эту читу? Куда? Там четыре двери. Одна в карьер, одна выход, ну, к лифту, одна туда и одна. Кажется, в том проходе, который по пути на станцию что-то было. Не, в том проходе, который по пути на станцию, это вряд ли. Почему? Мы через него изначально и заходили. Помни. Части. Это там, мне кажется. Открой сейчас карту. В карьере еще не проверяли, там была шестерка. Насколько мне помнится. Грек, кто вырубил? Что это было? Грек отрубала. Я говорю, там, походу. Где? Там еще, видишь, такая комната на Чебурашку похожая. Чего? Короче, смотри. Какая? Она отрубала микрофон. Я? Приписал, да. А это не мне, да? Да. Это не я отрубала. Смотри, Крис. Знак аппаратная АЭК. Надпись, да? Ну. Рядом, вот чуть выше, смотри, там загогулина такая. Трех кусков состоящая, квадратная. Под, ну. под надписью центра обслуживания. Ну. Там присмотрись, у левого куска как проход какой-то есть. Кажется, это как раз то самое место. Думаешь, там есть шестерка, мы пойдем проверим. Может, или шестерка, или пятерка, что-то подобное там было. То, что тебе нужно идти из центра доступа изначального. Так это там. Через ведомственный лифт приехать опять сюда. Там лифт был. И все. Именно, да. Так больше ничего не было. А там лифт, и из него выход дальше был. Здесь. Наверху, думаешь? Да. Это в одной из этих комнат. Может быть, даже прямо там, где мы сейчас были. А, вот закрытая, но там она опять... Там она опять ведет через это, через вот, засоры какие-то. Ну, вот, кстати, видишь? Открой-ка. Да не открывается она. Нет, ты не поняла карту. А, чтобы понять, где это? Ну да, логично. Это из карьера. Похоже дело. Иди. Опять микрофон отключаешь, чудо. Я? Это не из карьера, да, у тебя опять. Я не могу отключать смотри, микрофон. Смотри, фишка в чем. Я не жала альтом. Сейчас проходишь в предыдущую комнату и там наверх посмотри. Секунду посмотреть на него.
сюда, что ли? Пятая там, да. Ой, спустись. Не так низко попасть. Я вообще забыла про это место. Я на него даже внимания не обращала особо. Кстати. Что по снаряге? Тут они будут бухтить, что мест нет. Поставить. Что такое? Что опять микрофон отпал? Странно. Странно, почему он так делает. Я не знаю. Или прожимаешь случайно? Я не могу нажать две клавиши одновременно. Одновременно. Ну, не знаю. Ты на рукой задеваешь? Обе сразу? Не, у меня такие клавиши, что я просто... Ну, то есть машинально я так руку вообще не поставлю. У тебя время от времени стабильно отрубается. Что странно. Все-таки была комнатка, да? Да. А я тебе везде написал. Я тебе на стриме написал, здесь написал. И ты думался зайти в контрол на... Ой, этот... Тим. Написал, в смысле, сейчас? Да. Примерно 2 минуты звука не было. Да? Да. Вот как только ты заметила комнату, и звук пропал. Странно. Не, серьезно. Я вроде не жамка. Ну, может, просто из-за того, что он не перезагрузился или еще что-то. Так. У нас есть. Прохода никакого нету дальше, по идее, должен быть. Дальше из этой комнаты нет. Не думаю. А может еще какая комнатка есть? Слушай, а может где-то есть та самая дверка? Пробиваемая. Дверка. Ну, картина, в смысле, которая та самая, ну ты поняла? Там внизу, кстати, где-то проход. Ты же понимаешь, что я замыслила, да? Летать, больно падать. Да. Но есть одно «но». Если бы я сейчас высоко бы не летала, мы бы не нашли бы место с годнотой. Да, но там как бы темень была, а здесь свет.
Каким цветом? Это все две крайности одной и той же сущности. Скользко. Нет. Выше никак. Теперь говорю, под нижним этажом. Может, здесь проход какой? Из турбины. That's all. Подлица, где находится тот проход? А ты думаешь, он отсюда? Картин здесь тоже нет. Так вот тоже. Есть, вот есть проход, но вот как вот. Вот. Я что и пытаюсь понять. Это я знаю, откуда это кажется. С карьера. Коридора. С карьера это. Думаешь? Угу. Я открой-ка еще раз. Смотри, мы как раз. Смотри, это не с карьера, это во-первых, потому что карьер вообще в другой стороне. И под надписью коридор доступа, видишь, там идет белое это. А, Крис. Коридор доступа. Около лифта какая-то лестница, видишь? Будет направо. Так там. Вот она ведет в этот проход. Надо найти эту лестницу. Либо она на этаж ниже находится. Вот она лифт. Это лифт, да. Справа где-то. Нет, слева получается, если так развернуться. Вот лестница. Даже? Вторую карту. По-моему, не она. Тут не она. Это. Это гораздо ниже. Это самая комната Чебурашка. Значит, смотри. Ходи в станцию саму. В АЭК, в смысле. Чем ты к лифту пошла? Может. А в АЭК входи. И там... Нам надо из аппаратной выйти. На север поход. Нам надо из аппаратной выйти. Да. И через АЭК побежать. Кажется, понял, Крис. Знаешь, куда? Видела в камере Атласа, там проход такой тупиковый наверху. Как куда-то ведет и неизвестно куда. Может по ней пролететь и дальше? Там нычка какая. Может быть. Где-то да, в камеру Атласа надо. Где лофты? Хорошего. Называется по сюжету, да? Не страшно. Ты думаешь, там шестерки есть? Пробраться в ту комнатку. Три. Нам получается в какую часть надо, посмотри. Подожди. Здесь были двери, кажется. Где-то. Кстати, возможно, картина есть. И вообще, мы это слышим. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Quarry, Wells. As always, was to
Да, это они. And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No. Nothing. Do you think we should tell him about the mermaid? Excuse me? Yeah, the mermaid. Horowitz here found this mermaid in the quarry, just sitting on some black rock. She was singing this beautiful song, and he was overcome with desire. Oh, she was so alluring. I'd say she was more enchanting than alluring. Fine, enchanting. Did you tell your CO about this? No. Because it didn't happen. Nothing happened. As usual, the quarry is full of rocks. That's it. Can we go now? Fuck you guys. Get out of here. Что-то я как-то не припомню. Этого места. Ты тут, Паш? Да. Или опять оно отпало? Ушел же тоже. Знаешь, я что думаю? Ну, сейчас опять карту. Лица, где по отношению к тебе та кишка находится. Теперь смотри. Тебе, получается, в противоположную сторону зала надо было. Видишь, как на просеку выход? Вот этот аппендикс-то. И да, я знаю. Кажется, но... через туда как-то. Тут есть кое-что. Есть одно, но вот, например, кстати, лодочка. Кстати, лодочка. Надо почесть. Я помню, что я здесь могла не все облазить. И это минус. Задолбал. Что я здесь могла не все обыскать. До меня только сейчас это дошло. Опять пропадал, да? Да. Надеюсь, так не буду пропадать. Хоть как-то... Мало ли. Кстати. Что? Карьер, кстати. Чти его. Уже где-то рядышком. Ну вот он, проход в карьер был. А, лодка-лебедь. Процедура хранения специальной процедуры не требуется. Описание изменённое действие. Изделие изготовлено из стекловолокна и покрашено так, чтобы напоминать лебедя. Ножные педали позволяют объекту перемещаться в воде. Объект излучает ощутимый импульс и силой... Чего? Возможно, связь с ООП... 5. У нас, кстати, где-то была записка про это ООП. Про ООП 5. Так, что у нас было ООП? Надо будет посмотреть. Это в самом начале мы находили.
По-моему, это кулер был. Можно. Измерение точности импульса было затруднено из-за опасения дела ресурсов. Ничего себе. Происхождение. В течение лета объект неоднократно сбрасывал в воду отдыхающих, желающих на нем покатиться. После чего о нем написали СМИ. В результате информация об объекте дошла до агентов бюро. И он был изъят со службы проката. Какой-то расположенный на озере. Каком? Ванкувер, Канада. Какое может быть озеро? Не знаю. У меня с географией так себе стало в последнее время. Доставка предмета в бюро осуществлялась на вертолете. Объект сопровождался специалистом по отслеживанию, который зачитывал формулы с С9 до 32 в обратном порядке. До сих пор доподлинно неизвестно, что произошло с вертолетом, но все агенты погибли в авиакатастрофе. Объект же был найден и доставлен в бюро поездом во время... Однако. Ну вот не у руки, а? Так делать локализацию. Так вот, да, понимаешь? А самое интересное, на черном фоне там просматривается, но только еле-еле... Во время транспортировки никаких инцидентов не произошло. Не происходило. Еле прочитала. Еле-еле прочитывается, на самом деле. Угу. И вот таких записок штуки 4 по игре. Да, уже были до этого. Розовый фламинго. Процедура хранения специальной процедуры не требуется. Предполагаемое измененное состояние подтверждено. Описание измененное действие. Пластмассовый розовый фламинго для украшения притомового участка. Это, короче, тема, как у нас с лебедями из колес, только у них розовый фламинго, я так понимаю. Все их пихают кому-нибудь. С его нижней стороны стоят два остальных штыря. Предположительно, объект влияет на атмосферные явления, создавая метеорологический феномен рядом с собой. В настоящее время эти эффекты не подтверждены. В приложении обнаружен новоизмененный эффект. Смотри файл AI46.view. Ну, такое уже где-то было. Тоже. Мне кажется. Блин, ООП-5. Ну, что-то очень знакомое. Вначале же... ООП-16. ОВП-5 дискета. Это. Я так понимаю. Ну да. Мультимедиа у нас тут просто запись. Которую мы уже слышали. Угу. Карьер, вот он. Иди. Да, но какой это именно момент карьера? Вход в него. Я понял. Нам надо куда-то в сторону, где был этот. Крис, это на входе в этот надо. Кстати, в карьере у меня есть тоже одно незавершенное дело. Теперь же у нас есть. Да, да. Иммунитет. Да. Теперь я могу достать тот ящичек, который не дает мне покоя. Да, кстати, я его доставал, да. Я тебя понял, как будто это один тебе вваливали двое. Да. За блоками. Угу. Я доставал, да. А, я вспомнил. Смотри. А? А, во-первых, тебе нужно проверить кишку, которая напротив момента камеры Атмоса. Ну, этой точки контроля, в смысле. Это первое. Проверить там. Второе, зал, где вход к щиту. Там где-то проход должен быть к той решетке. Проход к щиту. Угу. Где-то там. По-любому.
Либо там, либо там. А в камере Атласа это получается, вот ты как заспавнилась, и там напротив тебе надо было. Я соображу. Не сейчас. Так, карьера не проходим сюда, больше никаких отступлений нет. Да, по-хорошему. Это вышло кое-как. Даже здесь проход карьера. То есть мы вышли, и она где-то сверху была. Где я про карьер? Да. На лифте ты спускалась. Ну, это третий этаж. Ну, мы уже тут. Значит, вниз иди. Там пропустила. Что-то я там не особо путь помню. Тебе не надо было преобразовать ли вообще. А, вот сюда, да, в эту дверь. Там контрольная. Вот, вот как раз. А, куда? Я говорю, что это. Подожди, ну я, по-моему, через туда попадал в карьер. Как раз через ту комнату. Нет, нет, мы попадали в карьер через верхи станции там. Нет, Крис, тебе надо в ту дверь, знаешь почему? Это еще выше контрольной комнаты. Все правильно было. Дверь тебе сюда. А, или здесь? Есть он. Вон там. Вот там летать. Чего? Я сволочь меня посадила в упор. Вот туда вот нам надо, по соседней этой. Оружие. Фу, тихо. Вот он. Тут заодно проверить, нет ли тут чего-нибудь кинуть. Сверху, снизу. Если тут что-нибудь нового, что вряд ли. Да. Жара, мне кажется, это через те комнаты. Ты ехал? Ты чё? Какой у меня лифт? Даже вызывает сейчас. Давай. Теперь-то мне вообще пофиг, я это по этому карьеру летать не буду. Не особо-то мне эти штуки навредят. Угу. Тем более, по-моему, один из гринклей с подсумками у тебя был здесь. Да. Ему есть смысл повзаимодействовать тут. Ой. Ну,
Слушай, а может здесь где-то дверка есть? Иди, блин. Есть, но она не туда ведет, куда надо. Тут как бы только если найти выбраться, но смысл. Долины не на нашей стороне. Яр, мне кажется, там как-то и можно на просеку через комнату Атласа попасть, вроде как. И возможно, что как раз через туда нам надо попадать. Либо через место, где щит. Тут двери не было. Да, все упирается в эти два места. Потому что я вижу для доступа к той дверке. Давайте, появитесь. А не вы, не вы. Кстати, а ты когда вот залезала первый раз, ты налево не ходила перед тем, как спрыгнуть в сам карьер? Налево? Вот ты, получается, смотри. Ты поднялась после первой этой Гренобулы астральной. Потом ты пошла прямо, а там можно было налево завернуть. А можно было? Можно было. Вон ты туда так и не пошла. Да-да. Благополучно упала в карьер и все. И пошло-поехало. Там дверка была заперта. Нет, там вообще не было дверки. А на тот момент, где... Если ты про дверку, то там, по-моему, ты уже могла открыть. Все? Оба? Кого? Дверку ту, в смысле. Наконец-то могу все заслетать и забрать тебя. Да. О, пятерочка. А, нет, четверка. Ну, все равно. Да. На этом этапе, кстати, тройки, двойки можно уже вообще игнорировать. Ну, кроме уников, разумеется. Уники, потому что они своими статами. Ну, собственно, это все, зачем я сюда спускалась? Ну да. Теперь попробуй, получается, как вот ты изначально шла в карьер первым путем. Но пойти не прямо до карьера после подъема, а налево свернуть. По краю пройти. Там, по-моему, можно. Может, там что-то есть? Мало ли. Прямо до карьера. Вернись в самое начало. Туда направо. Туда. Так вот он, проход на карьер. Но это в дверку. Я тебе не про сам карьер, нет. Помни, как ты самый первый раз попадала внутрь карьера. Помнишь? Внизу шарилась эта хрень. А ты прошла от нее чуть правее. Поднялась по лесенке, потом через две летушки вот. Перелетала. Вот сюда я пойду. Да, вот в том краю, да. Теперь попробую подняться и уйти налево, а не прямо. Налево, а не прямо? В смысле? Да. Ну подняться так же, как ты поднималась тогда по лесенке. Ну уйти, вот сразу здесь налево сворачивай.
Здесь? Да. Вот все, все. Теперь разворачивайся на 180 и вперед, да, туда. Вот ты сейчас правильно, да, вот так, все. А? Во вот это место? Да, да, да. Да, там есть сосничка. Ну вот видишь. И дальше определенно что-то есть. Значит, мы здесь не были, значит, дальше тоже не были. Ну да. Да. Вот помнишь, я тебе тогда бухтел? Ну, сходи налево, сходи налево. Это вот как раз про это место я говорю. Вот здесь, и вот здесь я первый раз вспомнил про рывок. Впервые в игре. Ну, до это этого нас... я им не пользовался вообще. Там пятерка, между прочим. Это пятерка у нас в печку он идет. О, кстати, открытая. Я беру. То есть ты тут была, получается? Да. Здесь, да, но я не забирала вот тут. А, ну да. В печку. В печку, да. Это вот проход в печку. Тот, о котором ты спрашивала. Не, я не ходила. Подожди, ты туда заходила уже? Да. Залетала дальше. Да. Оба ящика нашла. Да. Палец. Думаю, мало ли вдруг пропустила. Я ящик вот этот не нашла, потому что за куток не ходила. Понятно, понятно. Там годнота, внизу происходит. Какие да. Получают минет, черный херобор. Ну а ты поняла, да, эту кишку в комнате Атласа, получается, проверь. На севере от спавна. По карте. И, соответственно, зал перед входом в комнату, где щит. И на тебя еще нападали эти бряки. Там, где, помнишь, ты еще наверх забралась и верзилась потом оттуда. Класс. Там не ночь, там не получаем. Там, по-моему, как раз вентиляция была, Крис. Где? Yeah. В комнате этого щита. Я теперь карьер хочу проверить, потому что где-то здесь я просрала дверь. Это да. Это где? Сейчас просто размышляю, что ты где-то у лифта. Я не. А, ты про ту эту? Куда тебе пока не попасть? Это вот та огромная дверь. Я тоже в нее уперся. Куда пока не попасть? Ты не уверен в этом? Угу. Я пробовал сегодня. Ну не сегодня, вчера. Вон те вон огромные двери. Кстати, что там над ними написано? Ау. А то я не читал. Пролетел и не читал ни хрена. Нет, но... Кстати, еще есть пара ящиков над тем местом, где... Куда вылетают вот эти блоки. Изначально, в смысле, на той стороне еще. Дальше там не видно стена. Он, видишь, вверху светится. Над этим. Я сейчас случайно заметил. Так туда хрен попадешь. Надо было тебе сейчас не падать. Ау, ты что сюда пришла вообще? Все сюда звали. Ни хрена себе.
Ты сюда приходишь, что ли? Она может. Ну, если ты бы уже поняли, что они могут спокойно лазить по лестнице. Да, но я просто не помню, чтобы она свела. Интересный коленкор. Я хочу выше. А выше... Получается, вон там видишь, где свет наверху? Вот тебе туда, через, через тот край, походу, попадать. Выше я из центра могу выскочить. Ну да. Сейчас они там делают. Психиса. Все, все. Нет, это тебе явно через эту сторону, потому что... Это написано, не пойму. Секретария. А, понятно. Короче, пока нельзя, видимо. Какой-то запрет стоит. Но раз вопросы стоят, значит, мы там точно побывать должны будем. Иначе бы и вообще не было. Начнем с этого. Да, Крис? Вот это. Мне кажется, тебе вон к, ты, вон к тому светящемуся месту, и тогда от него. Я выше уже. Я ж тебе что я говорю. Странный химер. Я-то так надеялась, что ты тоже ящик. Так, вон он ящик. А, ну да, да. Тоже словился на эту ловушку. Это называется перитовая ловушка, Крис. Какая? Перитовая. Золото дураков? Да. Мне пришло на ум сразу. А вот с этого края, кстати, я не был. Где ты сейчас находишься? Идем-то посмотрим. А, нет, просто я побежал, до края не добегал. Мы сейчас только что здесь же были. Здесь же? Угу. Где ты? Это тут дверь была, мы просрали где-то дверь. Еще одну, по-моему. По-моему, не было. Мне, конечно же, просрали меня, а я. Если бы тут была дверь, был бы на карте проход какой-то, его нет. Проход или комнатушка, а ее нет. Сейчас их там всех уделают нафиг. Зацени, какая красота. А ты говоришь, что они не это. У меня не уделывали. Они всегда уделывают. Прям всегда. У меня не было ни разу. Причем даже летающих, если они слишком близко, слишком низко к ним подойдут. Ты разве не видел, опыт капал, когда мы сюда шли? Нет. Не заметил? Мы и шли, опыт капал. Не заметил. Достали. Какую пушку прокачала? Умули? Или... Видишь, раз сделали. Что, не нравится вам черная хрень, да? Ну да. Слушай, я говорю, кумоль или этот прокачала? У меня и то, по-моему, уже. Угу.
Видишь? И то, и сверху уже 50. И 3 ты даешь. Охренеть. Красота. Видишь, они на нее агрессивно все. Костя красоту прислал. Какую? Там столько... Реальные локации из твоего имени. А, да, было такое. Охренеть. Не, еще кто-то мешается им. Блин, там столько горноты валяется. Охренеть. Must be crazy, but I must take this. Отстань. Не бунди. Ну что, думаю, нам больше здесь ловить нечего. Похоже, да. Как-то не могут сюда прийти. Да. Здесь тоже ничего не осталось. Получается, все, куда тебе осталось сейчас проверить, это вот выше указанные места. Надо все-таки определиться, как попасть в ту сраную дверку. Вот сюда как попасть? Это вопрос. А, подожди, а что, светится? Да. Ну-ка, светится. Ну-ка. А, Крис, стена. Продолбываемая. Стена? Посмотри в дырку, за решетку посмотри. Там сломанная стена. Значит, можно продолбать с другой стороны. Вот где это? Вон. А ты же перелетаешь. Я не могу. Точно не раздолбать стена? Ну-ка, открой-ка карту. То есть прикинуть, где она есть. О. Она еще в прошлый раз звала меня сюда, но я не могу. Видимо, мы пока туда вообще не можем попасть. Может быть, мы сюда в результате чего-то еще придем. Может, знаешь, телепортнемся как-нибудь через этот, через отель, допустим, или типа того. Мало ли. Там, получается, мы откуда-то справа приходим. Я думала, что сейчас смогу разбить параллельно. Ну, видимо, нет. Странно, этого места я вообще не знаю. И реально, если бы ты сейчас не показала, я бы не знала. Первый же раз я ее нашла. Нет, здесь двери точно не было. Мне казалось, еще здесь дверку забыли. Блин, не моргай мне, ты избиваешь. Не моргай на меня. Крис. А?
Я, кажется, нашел, как туда попасть. Как? Я не могу. Коридора доступа там должна быть дырка в потолке. Это в ту комнатку, в смысле. Да? Коридор доступа. То есть вот прямо между коридором и лифтом, когда вот мы. Там наверх, если посмотришь, там трубы куда-то уходят. В нише в какой-то. Вот тебе в эту нишу попасть надо. Через аппаратный? Так, секундочку. Я допущу его. Поскоблится. Сейчас приду. Так. То есть смотри. Ну. Сейчас идешь к тому лифту. Да помнишь этот межотделовый, который тор доступа где? И оттуда уже в самом коридоре. Смотри наверх. На эффекте у меня жанка сегодня. Куда? Да. Что говорю, за пивочка у меня жанка сегодня, не туда. Ну да. Ну и. Я
Я пыталась залететь туда. Не-не-не, подожди, а с... Вот ты сейчас... Так, нет, дальше в коридор проходи. Что ты здесь? Не-не-не, не тут, не тут. Ну? Вот тут посмотри, над лифтом нету? С другой стороны. Тайсон. А на, подожди, на 180 развернись. Там сверху ничего нету. Нету. Такой стрелок. Там, по-моему, так. Вот, выше. Выше взлетай. Видишь? Наверху да. Что-то есть. Нет. Тебе как-то туда надо попасть. Может, подставишь что-нибудь? Зачем? Уже сейчас. О, умничка. Умничка. Если это ничего не даст. А мне даст. Видишь, я могу еще. Вполне. Можешь, да. Видимо, тебе надо на что-нибудь, на трубу встать дальше. Под ним, которая находится. Зеленая или какая-то там. Я тогда цеплюсь. Так, дальше куда? Выше. А выше ли? Выше. Да, точно. Так, надо тоже главное освежаться. Светит. Это все. Точно. Мичка. Мичка есть, да. А? Может, это как раз к той двери? Да, просто лишь бы он не раз не прыгал. Ну, в смысле, лишь бы не прыгал раньше времени. Broadcasting the truth, no matter the consequence, for 29 years. Thank you for staying up with us. We've received an interesting letter here at the program. If you'll humor me, I'd like to read. I can feel myself becoming gigantic. It's constant, a growth in all directions, in each cell. Only when I measure myself, it says I'm the same height. I weigh the same weight. I've read that the universe is expanding. If that's the case, then 5'3 is taller than what 5'3 was yesterday. I feel it all the time, this expanding. I always have. I don't know why. Sometimes it's all I can do just to ignore it. People write about the universe expanding like it's happening slowly, but it's not. We were the size of mice yesterday. Now mice are the size of us, and we are the size that mice will be in 2 days. How long can this go on for? There must be an end, right? A limit, an edge. What happens when we reach it? Does anyone else feel this? Yes, can anything be done? And that's signed Kate from Michigan. Well, how about it, America? Have you felt the universe expanding? Do you know how to stop it? Should we even try? America Overnight will be right back. Отличный ход мыслей. Да. Кстати, оригинально. Смотри, то есть настолько экспоненциальное расширение, что вчера мы были
такими, как мы есть, сегодня мыши, такие, как мы были вчера. Но мы при этом не замечаем, так как мы становимся тоже больше. Вот именно. Но это происходит настолько мгновенно, что мы не ощущаем. Интересное, кстати, размышление. Не кажется? Да, очень. Слушай, а камера там просека какая-то. Там просека. Меня вот это место напрягает. Ну, помнишь, там кишка наверх. У нас есть один товарищ, который ждет нашего вмешательства. Ты который? Романикин? Угу. Ага, ну ок. Туда тоже не забудь ходить. А еще, кстати, слушай, может как тебе заглянем? Мне там место одно проверить надо. Мы же там были. Я знаю, но мне кажется, я там что-то упустил у самого Ахти. Сейчас я камень поднес на сип, а он тут соблюдется. Окей. Блин, сколько лет Mountain Dew не видел рыжий. Кого не видел? Mountain Dew, помнишь, был раньше напиток? Вообще не помню. Помню, или зеленый, помню, или рыжий. Миринду помню. Миринду это я помню, ботинка под фанту, как я его называю. Ну. А это я помню. А это другой совсем. Он еще вечно в ушках продавался. Вообще не помню. Я только в курсе рекламы его помню и все. Я зацепил. А, это мажетелька. Ерсиковая. Да, она и сейчас есть вон. Красным белым. Вот это помню нравилось.
А сейчас я даже не знаю, буду ли я ее вообще пить. А чё? Меня смущает то, что она... То, что она сыворотка, да? Ну да, нормально. Я-то понимаю, да. Раньше-то я ее пил как-то. У нас такой в пакетике продаётся. Только я вообще ее не помню. У нас такой еще в пакетике продаётся сывороточный напиток ирбитский, по-моему. То же самое, абсолютно. Только дешевле, потому что не марка. Это да. Ягодный и персиковый. Да. Абсолютно нормально заходит. Я просто последний раз ее видел, знаешь, в каком году? В красном и белом продается мажитель, но стоит как чугунный мозг, вот потому да. что... А это потому он... что марка! Она и по тем временам она стоила как три коня. У меня мама, кстати, только... Слушай, давай, наверное, все-таки сначала к акту сходим. Просто я все-таки боюсь, что ты это погонишь по сюжету. Мало ли. И не по сюжету или пока? Там просто... По-моему, в комнате у него еще одна дверка есть. Такая сбоку. Возможно. Это не точно. Собственно, это я и хочу проверить. В его комнате дверь? Сейчас до точки доберем тогда. А. То лень на лифте долго. Просто не помню, есть еще одна или нет. Уже 6 очков. Осталось. Да. Сейчас мы добьем это задание. Да. Вполне. Только я так и не отследил, за что они набиваются постепенно. За побочки и тайные места. А, да. И все? Ну да. Мало. Ну и за основные задания там по 4 давалось тогда. Это да. Вот так и закрыться. Я, кстати, знаю, что думаю. Может, мы как раз куда-то через подобный проход попадем в карьер. Не зря же дверка ведет туда же. Ну, в смысле, не дверка, а указатель. Ну, что-то смутило. Че, есть дверь? Какая? Я ничего не вижу. А, подожди, вот ты сейчас вошла и сразу направо не было? Куда вошла? Туда вошла, сюда? Да. Там шкафы. Шкафы стоят? Нет, не с этой стороны, с противоположной. Тут ничего нет? Нет. В комнате Ахти. Ты посмотрела, вот когда ты вошла, нет, ты сейчас посмотрела шкафы. Налево. Там шкафы. Шкафы. Окей, значит нету. Ну, значит, тогда по сюжету. Вверх тоже ничего нет такого. Или к манекену там. Конечно, к манекену. Походу с побочками мы закончили, ну кроме
щита и этого. Как... Щитлень. Че? Щитлень. Блядь, лень. Мне, значит, была не лень. Пятой попытки его забрать. А кому-то лень. Ну-ну. Более с учетом того, как у тебя сейчас прокачаны пушки, ты гораздо быстрее выполнишь. Просто делать это надо с пистолетом. Не зевать. Промахнулась мимо, сразу же подошла и... Ну... В смысле, не подошла, а мышкой. Куда надо. Так не так сложно, как ты думаешь. Здесь маленький. Чё Костя нашёл? Чё, нашёл? Крис, он вчера все смотрел с тобой или нет? Нет. Короче... Он ушел, чтоб себе не смотреть, и правильно сделал. Потому что я уже догнала его и перегнала. Если ты сейчас слышишь, отключи звук. Короче, он отсылку мне прислал. Говорит, так, оригинал вот свой. Телефон. Там. Без субтитров. Ну, как обычно, телефон послушать, там-то подробнее скажут. Да. Это мы сделаем сейчас. Да. Во-первых, там чтение. Я обычно, знаешь, как делаю? Только появляется запись телефонная, я сразу же слушаю. After North Moore stepped down, I doubled every effort to find new prime candidates. There was no one. No one but me. That wasn't good enough. I pushed hard. I never wanted the Bureau to end up in that situation again. The Bureau needs a director. Always. When my time reaches an end, I want more options on the table. P1 through P5 were all false leads, dead ends, and disappointments. Then, P6, Dylan Faden. He fell into our arms. No parents, they're gone, casualties of an AWE. The boy has exceptional talent. The steps will be his home. We'll build возможно, мы не знаем, что... He'll be trained and taken care of. Что они чего-то просто потому, что у нас нет органов для его восприятия. Он Нортмора упоминал? Да. Подожди. When I realized my mistake, I wanted to bring her here for Darling to do what he could. Kate flat out refused. Civilian doctors treated our daughter, but they didn't have a clue. She died. Kate left me. Same old story. That was a long time ago. The Bureau is all I have now. And the prime candidates are our future. There are two, P6 and P7. We're spoiled for choice. Однако, кто седьмой? Вот именно. Зеркало дополнение. Я не предмет принадлежал кому-то. Вскоре после того, как в 1914 году она
вместе с ними переехала в Иллинойс и отправили в психиатрическую лечебницу в связи с эмоциональной неустойчивостью. Вспоминается сразу дебют в Ехо, знаешь? И чё? Вспоминается сразу дебют в Ехо Макса Фрая. Первая книга про сэра Макса. Угу. Если ты рассказ «Чёрное зеркало» Жанна Рея. Нет, не знаю. Его не знаю. Но вот та тварь в зеркале, которая питалась... Мне сейчас Костя прислал. Кровью. Один в один. Да? Выглядит. Само зеркало. Серьезно? Угу. Офигеть. Я не знала. Надо будет уточнить. Исследуемый объект... По крайней мере, на арте. В 2006 году. Когда бюро расследовало незаконное исчезновение в штате Иллинойс. Похоже, дело. А вот в каком городе неизвестно. Агенты обнаружили объект на стене в местной библиотеке. Они быстро взяли и изолировали зеркало. Однако пропавшим жителям города это не помогалось. Дополнительный материал. Дата 18 августа 1913 года. В настоящем подтверждаем, что миссис... такая-то... проявляет признаки сумасшествия на почве истерического невроза, ни хрена себе довела зеркальце. Мания преследования немного проблем с женским здоровьем. Также следует отметить ее зацикленность на семейном зеркале, что почему-то является чем-то уникальным, учитывая женскую натуру. А, ну да, нормальные женщины любят выкидывать себе зеркало. Миссис Карвер подписывается... содержание психиатрической лечебницы. Предписывает содержание психиатрической лечебницы. Этих попыток болезни пройдет за подписью доктор такой-то. Однако... Добро пожаловать в дурку, называется. Ну, въехать зеркало просто пыталась сажать нахрен. Ну, это ночная Америка, я так понимаю. Нет смысла прослушать. Да-да-да. Галюны? А? Галюны? Прости, галюны. Я уже слышу не голос. А что? А шепот, но это просто шелест воздуха. Лежит. Такой вечер начался. А, вот ты где. Ну так беги, я вам бывает. Это же не шелестило. Только что? Что шелестело? Просто ветер? Воу. Паш? Угу. Иди.
Там где-то в том углу как раз коробочек. А теперь пойду. Считаю, что сохранилось. Погибаешь, тебя в любом случае на точку откидывать. Ну да, но само состояние, скажем так, собранные предметы и... Это да. Говорится, чисто для личного покаяния. О, записка была, по-моему. На 180 здесь. Около урны. Да. Ага. Райтвелс. Опа-па. Угу. Дополнение. В ходе проведенного бюро расследования была найдена Лиз Уэйк, жена господина Уэйка. Ее опросили и обследовали. У нее наблюдались признаки тяжелой психической травмы в виде частичной потери памяти, скорее всего. Уже направили на лечение. Очевидно, она попала в зону соприкосновения во время ее проявления. Среди видных лиц, числящихся, уже заикаясь, пропавшими после инцидента, предполагалось следовать спецагентов ФБР Роберта Найтингейла, еще бы, и доктора Эмиля Хартмана. Смотри, Гильяна Туарца и Фалла с пометкой «Домик на озере Колдрон». Исследователи бюро считают, что это событие стало результатом принудительного спутника с объективной реальностью, вызванного господином Уэйком. Конечно, тоже еще наложившегося на наши собственные. Уэйк был отмечен в качестве потенциального порокелита. Для получения более подробной информации, смотри файл программы по отбору идеального кандидата. Видишь, я же говорю, что он был среди них. Так или иначе. Все из-за того, что натворил. В 2011 году издательство «Насказание» Нью-Йорк и «Олимпия» выпустило книгу «Файлы Алана Уэйка». Агенты опросили ее автора П.С. Стюарда и предположили у него незначительную порокелитарную чувствительность. Он был помещен под бессрочное наблюдение. Короче, опять заперли чувака. Примечание. На озере Колдрон была организована мониторинговая станция. Такое еще не бюро, любой будущий... Ну, заперли, видишь, не Уэйка, а издателя другого. Да, но опять заперли навечно. Как это они да. Любят. Я так понимаю. Да. Заметь даты. 2011. Через год. 1 по 14 сентября 10. Это событие само. Я же говорю. А заперли писатели. Они уже через год. Да. То есть, скорее всего, он себя выдал своим творчеством. А возможно, оно стало проявляться, если он писал там же. Может быть, может быть. Где мой манекен? О, ящичек. Вау, крыша едет. Ты знаешь? Угу. Как тут можно скакать, прикольно? А, мне кажется, ли в нише что-то было? Кажется, наверхи надо смотреть. По-моему, кто-то мимо ниши гуляет. Блин, стой. Светливый торопляк. Мимо ниши какой? И опять мимо ниши прошла. Какой? Там нет ничего. Есть. Да не здесь. Мимо гуляешь. Не запирайся в угол, Крис. Мне мозг сломался. Какая ниша? Мне бы сообразить не вообще. Выйди поперек между двумя рукавами этого проема. А, ты про вот эту хрень. Да.
Здрасте. А мы вас знаем. Я бы не заикалась. Теперь ты понимаешь, почему я ненавижу манекены? Кукла с человеческим лицом, чуть мне не нравится. Вот именно. Ничего не напрягает? Напрягает. В самом этом описании. Это не описание. Это цитата. Я вот не помню, кстати, откуда. Песня такая была. Что-то знакомое очень. Пикника вроде песня. Да, точно. Точно. I wish things had gone differently in ordinary for us. But wishing won't change things. Комната Дилана. Finding the projector. Вернее, проф Дилана. Ordinary. Я вот такой же надо. Coming together in this one case. A new object of power, something we have not seen before. I mean, coming from me, that's saying something. I, the boy, Dylan Faden, prime candidate 6, and the sister as well. I mean, once we catch up with her, but the boy, so much potential. We're talking Northmore level readings here, and I don't want to invoke his name. It's completely different circumstances here. Вот опять показатели уровня Нордмора. Не раз вспоминалось. We lost a valuable member of our team, yes. Excessive force. Dylan has so much. But he's just a kid. Like, I'll take the blame. He needs some slack. I mean, boys will be boys. He's exceptional and under a lot of stress. It's an unfortunate accident, that's all. Marshall needs to realize this. Здесь, кстати, момент начинается, когда чувствуешь, что халтурить начали. В смысле? А ты заметь, сначала полностью все четыре фразы появились, а потом они пошли отдельно каждая. А, так это было с самого начала. Ну. Такое было с самого начала. Да, я только сейчас заметил. На этом этапе. Они еще и скрыли того, кого Дилан. И там еще одна записка была заодно. Убил? Нет, ты уже взяла, в смысле. Они его еще и вскрыли, ты понимаешь? Да. Вскрыли не Дилана. Я понимаю, но да. Это все равно отношение как к... Ну понятно, исследовать же надо, неизвестно. Хрен его знает, из-за чего убили. И вообще при таких случаях вскрытие всегда проводится. Агент убит во время чего? Включая кодовое название P6. Однако Дилан, кажется, вышел из себя. Нанесенный предметом травмы головы и шеи, обширная травма в абдоминальной области, рваные ушибы в верхней и нижней части туловища. Повреждение спинного мозга между позвонками. Любимые два. Поясница. Точно. Угу. Отрывной перелом. С третьего по десятый ребра слева и справа 6.
нанесенные двум предметом травмы конечности, ссадины, рваные раны, ушибы конечности, их левого и правого суставов, их левого и правого коленных суставов, жесть какая. После осмотра было установлено, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение, которое произошло это... Короче говоря, похоже... Похоже, дело кто-то во время наблюдения пострадал или еще что-то. Еще? Короче говоря, этот чувак во время наблюдения что ли пострадал или еще что-то. Ну, похоже, да. Расшифровка разговора. Субъект Дилан Фейден. Для рассмотрения доктором Дарлингом. Примечание. Во время этой вспышки субъект был один. 17:52. Дилан. Ты снова выйдешь. Говорил он оставить меня наедине. Зачем вы мне это показываете? Я ничего не могу сделать. Разве вы не видите, где я? Почему вы не поможете мне выбраться отсюда? Черт побери. Вы всегда показываете мне то... С чем я ничего не могу сделать. Прекратите мне ее показывать. Мне уже наплевать. И на вас мне тоже наплевать. Вы в твоем оставили меня гнить. Мака. Отвали, тварь, я выбросу. Вырву свои мозги, чтобы избавиться от тебя. Не хочу тебя здесь видеть, черт. Услышь меня. Субъект неоднократно повторял фразу «отвали», прежде чем его усыпили. Это все в течение буквально там... двух минут. В течение одной минуты. Одной минуты, получается, даже. Даже буквально 40 секунд. Факту. И... 46. И это он обращается не к сотрудникам бюро. Угу. А к ним. К ним это к кому? К совету, похоже, делаю. Может быть, кстати. Процедура хранения манекена. Способ блокировки измененного эффекта неизвестен. Обновление 390. Облицовка камеры недавно открытым черным камнем дала положительный результат. Следует протестировать этот способ на других измененных предметах. Описание измененного действия. Манекен из ткани натянут на полосный каркас. Основание головы изготовлено из мореного дерева. Предмет создает свои копии. Каким образом активируется эта способность, установить не удалось. Также не удалось установить, от чего зависит количество создаваемых за каждого приваса увлекатов, а также продолжительность их существования при исчезновении. Ну, мы видели, как он скопировался. Ну да. Не без этого. Ну и здесь, собственно, видеозапись. Там, кстати, вот перед тем, как ты входила, справа комнат не было. Именно вот если лицом встать к этой двери. Она была, но она вот. Не-не-не. Сбоку тут нету. Да. Есть. Еще телек. С крепотой. Детки. Вода. Крепота. I can see you're upset, Meg. Why don't you tell Uncle Mr. Bones what's wrong? I did bad on my clairvoyance test. You can't ace every test, Meg. You see, everyone has different brains. Some brains can talk to each other. We call this ESP. ESP? Some brains can lift objects like a baseball. Talk about a fly ball, eh, Meg? No interruptions!
So who cares if you fail your clairvoyance test? Maybe your brain can throw baseballs, or talk to dead people, or make friends blind. Once we know what your brains can do, we'll know what job to give you. And if your brains are just right, you'll get to sit in the big chair. Приноси креслица, да? Однако. What if I don't want the big chair? Everyone wants the big chair, Meg! That's why we're all here. Use those brains to listen for once, or the only chair you'll get in is the one with straps. Чего так орать, спрашивается, да? Надо команду давать, ухи. Перед тем, как орать. Глаза, только ухи. Глаза. Брайтлесс. Что на этот раз всплыло? Неподтвержденная зона соприкосновения в игре Колдрон, штат Вашингтон, послужила основанием для рассказа, написанного Аланом Уэйком. А те пятки пошли. Тут халтуры. Что привело к состоянию МС, которому реальность была изменена, чтобы соответствовать реальности этого рассказа. Хотя только локально, в течение ограниченного времени. Реагировали на события 13 сентября 2010 года. Мистер Кирпунд, начальник сектора расследования, получил оповещение от бывшего агента бюро. Франка Биккера. Где-то мы его уже, по-моему, встречали. Скорее Брейкера. Скорее Брейкера, вот именно. Смотри, такое-то. АБМС, проходившего в Брайтвелл, штат Вашингтон. Смотри, события расследования. Расследования. Барри Уиллер. Это он Барри. Да. 70-й, 76-й, 78-й, как раз, короче, самый абзац. Угу. Самый абзац с поэтом. И три раза, видишь, было. Три прорыва. Брейкеру позвонил Барри Уиллер, литературный агент Алана Уэйка. А ты не дочери Уикера, Сары. Помнишь момент? На тот момент шерифом. Операция Брайтфолл, да, операция Найт, да. Спринц или как-то так. Да, да. Теперь угу, я... Угу. Как бы понятно. Как по бюро прибыла на место через два дня. Единственное, что смогла сделать, это подтвердить, что событие совершилось. Или пройти на интервью. Смотри, Томас Сейн. 70-й год. Ну и братья Один и Тор Андерсон в 76-78 годах. Существовала теория, что Алан Уэйк... Что, все с ума следователя пытался убить? Ну-ну. Не знаю, не знаю. Показания свидетелей указывают на старый выключатель света, возможно, предмет силы, я же говорю. Который... пропал, как и вы. Образом пропал. Да. Без следа и необъяснимо. Как и сам Уик. Уик не был обнаружен на месте, согласно отчету, он прыгнул в озеро. Но тело его так и не нашли. А у меня теперь маленький к тебе вопрос, Крис. Что? Ты Алана не удалила? Надо посмотреть, не удаляла. Все равно же. Пока. Ты что помнишь, там была папочка, куда я тебе запретил ходить? Папочка с комиксами? Да. Да, ты запретил мне их переводить. Зачем? Там есть комикс. Скажу название. Теперь можешь его прочитать. Я, короче, теперь все могу переводить, да? Насчет всех не уверен. Этот их там два. Можешь. Второй, как называется? Один кликер, а второй не помню. Я не помню. Теперь можешь. Теперь точно можешь. Конец я могу перевести.
у меня для... А, он называется Night Spring. И я тебе спешу обрадовать. Переводить его не надо. Чуйте. Я хочу. Я понимаю, что ты хочешь. Нет, ты сама можешь, конечно, попытаться. Не, не попытаться, я хочу перевести. Загляни в личку, пожалуйста. Ты русскую версию нашел? Ага. Так неинтересно. Я же хочу помучиться. Ну понятно. Не, ну если что, лежит. Тебе понравится. Вот теперь ты можешь. Так. Я думаю, спойлеров больше нет в этом комиксе на данный момент. У нас получше, да? Ничего у нас получше. Нет. Там просто фишка в чем? Упоминалась фамилия Киркунд. Так она и так упоминалась. Разве Вала не упоминалась она? Она и Вала, не по-моему, упоминалась. А вот, по-моему, нет. Она и здесь упоминалась уже. Здесь разве упоминалась уже? По-моему, да. Вместе с Брейкером. Или Брейкер только сейчас, первый раз. Он только здесь. Сейчас. Ну вот. Блин. Телефоны, телефоны. Телефоны. Какие-то. А, это короткий путь. Осталась одна комнатка. B7. Кто же это такой? Да, Крис? Они мыли. Нас ведь искали. Не возможно. Знаю. Возможно, поэтому мы не смогли сюда попасть, что они нас искали. Не знаю. Да слетать к этому. Куда? К входу. А куда? К входу. Вот сюда. Стать манекен. А, я тебя понял. Да-да-да. Правильное решение. А потом идти сюда. Вдруг погонят опять. Ну не опять, а в смысле вообще. Могут же погнать, мало ли. А я психанул, устанавливаю Алана. Подайте чем. Чтобы пойти и посмотреть на тот материал. Ага. Проходить-то я буду попозже. That's a load off my mind. Missing altered items don't exactly reflect well on me, you know. Did they give you any trouble? Кто ж виноват? Pulled me into the astral plane just like the fridge did. That same creature was there. I was looking over the old activity reports, and multiple items have been displaying much more destructive behavior in the past few weeks. There, I bet, but it's a bit above my pay grade. Something to keep an eye on. Прилетит по шапке. And if I have any more runaways, I'll know just who to call. I guess this is my life. Время-то пол первого. Может быть. Теперь ты видишь, зачем я стала. Ну да. See you later, Langston. I'll be here. Like always. Ты их забыл. Я надеялась, что будет хотя бы два, да, или даже три. Угу. Понравится этот навык, я чувствую. Только прочитай описание, да? Три объекта. До трех объектов. Мы усилимся здесь. Почему нет? Наметать это же наше все. Еще энергия во время их держания восстанавливается. То есть ты можешь по-хорошему набрать, восстановить и только потом... И еще раз набрать уже за это время.
Так, ну ладно, чё? Понимаешь, да? Логистику. Да, через логистику только возвращаться. Ну и отсюда через просеку. Кто вообще мог назвать это просеку? Ну она же как бы между пусками. Он сравнил с лесом. Может попробуешь зажать кнопочку? Тут бы выжить хотелось бы. А, там, через правую кнопку. Класс. Я тебя понял. И вот теперь попробуй садари. И заметь, энергия восстанавливается. То есть, а теперь представь, тройной урон. С учетом того, что у тебя полностью прокачано. Ну, я обычно и одним то выношу, а тут вообще страшно. Теперь ты сможешь даже тяжей выносить. Так нехрен делать. Как тебе такое? Ладмаст. Охрененно. Вот. Особенно учитывая мой корявый стиль игры. Ну да. Рыбка, косячка. Не понял. Там чё? Стена лопнула. Где? Ты мимо прошла, а стена лопнула, как будто, знаешь, как после картины. Да, ну, не. Где? Это ты заходила. А, здесь? Не, это просто я обломала косяк. Ничего такого. А вылетела, как будто, блин, стеночка. Та самая. Я уж думал, не понял, пропустил, что ли. Вот-то я был, ты понимаешь. Сколько из них я пропустил? Кажется, пару штук от силы. Такие частые, как ты думаешь. Переезжай, ты пойди найди еще, называется. Профессор, сними слезы, все. Че? Тут говорит профессор, сними слезы, все, больше ничего нет. Семь. Пора. По семь за мы придем. Найти бы еще. Где мы вообще находимся? Туда. Просто понятно. Вот и мечешься. Смотрю, что это может быть. Да. Здесь мой вид. Смотри, здесь только P7 осталось. И все? Угу.
Это вот как вообще? Это через куда? Is this what Dylan wanted me to see? It doesn't matter. We need to find that projector. Шмотки? Ладно. Джесси Фейдена. Джесси Фейден. Однако. Здесь Фейден, а там-то Фейдена. Интересно, это просто опечатка или они специально опечатались? Ну, в английском это незаметно. Да. Так что могли опечатать, могли. Я же говорю, что это через... Чужие на росту, повод для беспокойства. Так. 19 год покидает Шайен, штат Вайоминг. Прибывает в Сидней, штат Небраска. Покидает Сидней. Через день. Прибывает Де Мойн. Покидает Де Мойн. 4 дня. Прибывает Чикаго, штат Иллинойс. Покидает Чикаго. Первую восьмую неделю. South Bend. 8 покидает 11 прибывает в Кливленд. Покидает 19 10 19 Нифига себе. Месяц. Больше месяца пробыла. Больше месяца, в том-то и дело. Работала, может, кто-нибудь. Бунсбург, Пенсильвания, через 9 дней покидает Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. И, собственно, до, видимо, до этого момента она там и находилась. Может, искала? И тут, кстати, опечатка, что Нью-Йорк не в штате Нью-Йорк. Там же округ нет тоже. Штат Род-Айленд, если я правильно помню. The Bureau could have given me the answers, but they just stood by and watched me. Немножко вместе. Ну, бюро, такое бюро, Джесси, что делать? Все это время следить, но никак не помочь. Зачем им помогать? Не хотели помогать. Может, отслеживали активность отдельного кандидата за номером 6? И 7. За номером 7. Нет, скорее в связи, мне кажется, связь одного с другим. И 6, и 7. Deeper into it, like it had shifted. We went inside, and that's the slide projector. A dump is a place for lost things. Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with... Was there a slide projector at your home when you were small? No. Those were before your time, I suppose. But your family did look at photos together, maybe. In one form or the other? Maybe. It's a psychiatr. When was this? Ну, конечно. Do you remember? At parties? Barbecues? How did it make you feel? Тебе корректно на психиатрии говорит о чем-нибудь? Was alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Да. Did that make you uncomfortable? Собственно, здесь приблизительно оно. That's just stupid. Come on. That has nothing. This light projector, let me ask you this. As a child,
Did you ever fantasize about worlds inside pictures? Inside a painting? You know, stepping into a painting, into a hidden world, escaping and finding adventure there? Away from your parents. Только хуже сделали, да? Миша, помочь человеку. А еще, кстати, Кристайн 2 установлен. Они только еще больше ее расшатали, мне кажется. Ну да. Ничего больше нет в комнате. Стой. Нет. Нет, вот здесь ты-то стоишь. Это не было. Не было ничего. Там картина, но это не та картина. Не то, что нам надо. Хотя... Мировинские картины были четко упомянуты за ним. Кстати, точно такая же картина в этом висит в Ocean View. Присмотришься. Точно такая же, там с горы. Точно такая же картина висит. Там горы, по-моему, нет? Горы? А там разве не горы? Там горы без оленей, нет? Ни хрена не попал. Бывает. У меня есть план Б. Кто-нибудь вообще знает кнопку рукопашки? Я знаю. А я нет. Только мне неудобно. Не зачем. Да. Знаешь песню. Короче, обыскивай каждый угол. Все записки. Я вижу твою жуткую доставку с зубами. Достаю мертвого пса. Да, именно настоящего мертвого пса. У него был ошейник, но за такое он гнил в этой коробке с тех пор, как его туда засунули. Ну же, представь себе, какой там был запах шоу. Поэтому не на мне тут. Я бы хотел сменить аппарат человеческих зубов. Что, простите? Да. Что это вообще? Что я только что прочитала? Угу. Извините. Что за бред сумасшедшего? Так. Ну что, тут ничего такого нет? Точно? Нет. Что, блин? Заступилась. Там что-то, ага. На самом деле, ты меня почти догнала. Еще немного или гони. Не боюсь. Че? Еще немного или гони, не боюсь. Ты хорошо. Это позволит мне пройти дальше. Машить выдержала идти дальше. Я не хочу спойлерить. А я начну спойлерить, если я попрусь туда, куда собираюсь. Твой лист. МС Уиллоу. Опять. Еще какой-то МС. Была сфера материала, похожа на камень. Спекшись из стекла, почва, нифига себе. Несколько штук разных размеров и цветов. Съедят животные, возможно, собаки. Ржавый железный зуб, кожаный кошелек. Старая киза, огурка, все материалы, пробный сектор расследования, делая дальнейшего анализа. Сектор расследований. И? По-моему, мы такого не встречали. Тут, скорее всего, исследование. Но как мы... Не факт. А на самом деле,
Уиллоу уже фигурировал. Да? Да, где-то. Не помню. Где-то. Maybe, не помню. Уиллоу. Не знаю, зачем, да. Я не помню, где оно уже было. Тут только корреспонденция. Где-то фигурировало. Что-то я уже встречала. Но не помню, что именно. Что именно это было. Электрическая мышь. Там интересно, вкусно. И там боль. Главное, помни, Крис, обшаривай здесь каждый угол. Вообще каждый. Вот такая картина там была. Да. Там была с оленем предыдущая. А в отеле вот такая с головой. Как в отеле? В мотеле, скорее. Я путаю. Ну, да. Так, стоп. Ты же видишь, что за... А? Куда он идет? Здрасте! Вы охренели же. Возможно, часть персонала нам зубы заговаривала все это время. Мне кажется, те, кто кого мы встречали, просто не знали этого. Мне кажется, та же Марша вполне могла знать. И, скорее всего, она была единственной, что знала. Тех, кого мы встречали. Оп. Вряд ли. Тесты к чему? Даже подчиненная Дарлинга. Они же все там в отделе повернутые. Да, но... Оп, почему это она предлагала тесты? Это странно. Не знаю. Вот именно. Это, кстати, первая, кто об этом задумался. Как вы ненароком? Мне нужно провести с вами ряд тестов. Ну, знаете, зачем? Я с вами тоже, знаете ли, проводил. Это еще ни о чем не... Ну, да, но здесь мы проникли сюда. Да. И этим вызвали подозрение. Да, конечно, могло быть такое. Но это не повод проводить тесты. А тут прямо так... Знаешь... Может быть, не спорю. То есть она могла знать. Первое, кто задумался, тут ничего. Больше в самой комнате. Там вот дверь. С номером 6. Да, кстати. Загорождена все. Там плесень. Что? Опять? Расслабься, урона нет. Немало проскочила. Да. Так что, возможно, они ждали просто нашего появления. Здесь. Предлагаю на ближайшей точке с новыми силами продолжить завтра. Ну или когда мы там собираем. Вот сейчас... Такое? Сейчас я не могу быть уверена. Скорее всего, пойду по побочкам в таком случае. А они остались еще? У тебя остались-то только этот контрмеры, да, щит с автоматом. Нет, автомат. Да, жарю щит с автоматом, и все.
Кстати, обратила внимание на вывеску над этим местом? Именно вот здесь. Стены? Нет, под которой ты сейчас. Здесь, сейчас. Метро? Нью-Йоркское метро. А, ну, собственно, мы же находимся там. Изначально. Достану. Жаль. Там были. Точно? Или нет? Не знаю. Нет. Тогда любимые ящички. Давай, иди сюда. Вставай сюда, зараза. Вы чуть-чуть выше. И этого мне хватит. Там решеточка. Блин, там вылезешь. Надо по побочкам. По-моему, это... Эта дверь тебе ничего не напоминает? Напоминает. Карьере. Вот именно. А там желтая и шире. Там не шире, она там такая же. Чуть-чуть шире. Она более квадратная, слышишь? Пати, во-первых, нету, а маман спит. Че шепотом? Маман спит. Читер. Эй, читер. Может, с мамой договориться проще. На пати договориться вообще бесполезно. Серьезно, да? Батя, если сказал все. Переговорщик. Алло. Так это же. Ложись спать. Тихо. Что ты говоришь? Это же поворотный круг. Да, похож. Да не похоже. А он и есть. Нет, халфе, блин. То есть ты решила все-таки вперед пойти. Лучше завтра с новыми силами. Ну или когда там. С новыми силами велик риск накосячить. Все? С новыми силами велик риск. Косяку. Так я же то и говорю. Нет, ты не понял. С новыми силами велик риск косяку. Именно с новыми. Говорю. Косяки это всегда хорошо. Здрасте. Можно я возьму? Даже пчела как раз это и любит. И... Ты же умеешь подниматься по лестнице, тварь. Это молодец. Давай, давай, иди в этот мат. Паша, то иди в контроль, то не иди в контроль. Ты... Не, подарок нет, хочешь иди, но... Но я тебя предупредил. Раз уж пришла, что тормозиться, что ли? Смотри. Так. Поворотный круг. Север. Юг. There's gotta be a way to rotate these tracks. Maybe there's a control panel nearby. Закрыто. Слушай. Это херовон. Внизу что-то есть. Эта херобора не может принести нам пользу. Так, соплей. Слез. Ну а что, была попытка это сделать? Да. Мне кажется, ей пусть. Жаль.
Крис, мне кажется, или там было написано Bridge Operator? Где? Там на нише было. Baby. Главное, чтобы эта херобора сюда не пришла. По ступенькам ходить она умеет неплохо. Слишком неплохо. Сначала сюда. Сверка. Та самая. Да, я правильно полагаю. Сначала чтиво. Опять зубы? Выдайте кому просто нужно было проверить входящие поставки. Например, сотни маленьких крошечных коробочек. Мне, вот кому. Вы знаете шмак вызов каждой из них? Один человеческий зуб. Чертовски круто. Ну, не знаю. Смотря откуда эти зубы брали. Если молочным, то еще куда ни шло. А если с трупов, то... Как-то такое себе. Что здесь? В таком случае. Одно так. Херобор подниматься сюда не будет. Хорошо. Something's blocking it. Listen, что ли? Там стопорнишься или не стопорить? Открыто. Слева ничего нету. Сначала справа нашлось. Там справа спуск. Слева. Только маленькая... Блин. Дырнула случайно. Только маленькая комнатка с кабинетом. Крис. Или фотография нужная? Кстати, да. Ты же... Это же проход. Проход с картиной. Да. Она все вынесла. Я теперь поняла, что за картину ты там как теперь бы рам... Там как бы в рамке стена с картиной в рамке, вот. Так. Ну, типа того, да. Да, кстати, слушай, точно. Теперь я вот окончательно увидела, то есть там до этого было не видно. В предыдущем таком случае не особо видно. А здесь прям видно, что там... На стене висит картина, и в ней фотка этой же самой картины. Ладненько, надо пойду я. Внимательно обыскивай каждый угол. Как показала практика, здесь дуром контента. Я заметила. Всем спасибо за компанию.
Нет, спасибо. Я еще не надолго, но я хотя бы добьюсь. Я почему? Спокойной ночи, всем пока. Вот так. Будем ждать. Мы можем пойти что-нибудь тянуть. Я могу обыскать все здесь. Если ты еще хочешь, то мы можем пойти что-нибудь тянуть. Как только... Даже хуже. Что можно тянуть? Я тоже сильно буду сидеть на небе. Че посмотреть, хоза? Я бы последние часа полтора или два смотрел на волосатый бублик. На чего? На волосатый бублик. Фурмарк. Сидел, брался с этим, с разговором смотрел, насколько можно погнать, а насколько нельзя. Ну, кстати, память 700 МГц. Частота процесса... где-то 145. Не больше. Негоди бы понравилось. То, на чем я сейчас стою, негоди бы понравилось. Только почему он такой раздолбан. И вообще такой странный. Ну, негоди много чего понравилось. Я подумала сначала, что крыло тут так же прикреплено, как у его беспилотника, а нет. Тут с самолетом некая дичь произошла. Похоже дело. Мы можем туда стоять. Зачем мы продавали питание здесь? Это лучше точно чем такого. Блин.
не успела вернуться. Точно же все равно ничего не было. Абсолютно точно. Шарик не будет. Его кто-нибудь сможет добить. Все. Класс. Стой.
начинка. Так. Что написано с страницами. Страница была обнаружена, пистинская стена обрушена, и все равно с текстами просветлены. Все-таки есть ли отдельный сектор просветлен. Страницу вытолкнули в коридор гостиницы через щель под дверью с символом спирали. Текст переписан с предметом на протяжении 10 лет. Я пытался секнуть побед, опускаясь лишь глубже. Раньше я знал приконец, вымысло и начало реальности. Здесь между ними нет различия. Это ужасная ловушка, где все мои мысли стали реальностью. Страх, страсть. Откуда я могу знать, что сбежал? А не просто погрузился в собственную фантазию. Одна лишь эта мысль может свести с ума. Различимые слова в зачетной части false, brightles, следует wake, Alan wake. Выключатель света, океан, слишком поздно. И последнее предложение вас предупредили. Значит, я была права. Эти двери ведут в разные участки реальности. Или реальности отдельные. Где проявляются маски. Так или иначе. Зря еще пошла в лес. Как чувствовала жопой, что там что-то есть. Самолет, который, однако, может. Это похоже дело. Я ждала подвоха. Справиться как мельцами. Почему буду отслеживать? Ну и теперь. Потихом потрясает. Все из-за всякой мелочи, которая тут летает. Однако.
Хотя я ничего не получу. 134. Чего это здесь стоит? Как оно будет лучше? Так, обломки самолета, да, на самолет был привезен в частного аэродрома, расположенного где-то в Цинциннати. Мы подозреваем, что он связан с АМС. Таким, ты проверяем его на измененные свойства самолета. Кстати, чем это был связан самолет? Данное время находится в том относительном коридоре сектора содержания, потом он будет доставлен через спецветку мертвого метро. До подробной информации заняли такому-то связи с городскими легендами станциях призрака, заброшенных ветках и так далее. Смотри файл такой-то. Мертвый самопитый самолет в настоящий момент тщательно изучается на предмет чего? Блин, с чем самолет связан? Личные показания были сняты исследовательской командой. Тем не менее, пока признаков измененного состояния обнаружить не удалось. Полный отчет в файле такого-то. Так, самолет, с чем это было связано? Вспомнили бы с чем.
Нет, не помню. Что же был самолет? Кто помнит? Где-то он фигурировал. Что-то за собой, не знаю, что не выйдет. О, что мне здесь делать? Совсем уже отклонили. Дальше посмотрим, почему. Окей, мы дальше пойдем. Мы с тем там и поднатали. Есть на себе, да? Чай. Ладно, что там за записка? А мы с ординальным этап 1.А свалка. Первый слайд. Был комната из красной обоими и куклами на полке. Там было много кукол. Джесси Фейган? Киллан Фейган. Скорее Киллан. Дом был пуст. Там никто не жил. Мы много не играли. Это был наш тайный домик лидер. Джесси Фейган. Терапевтический сеанс, 2010 год. Я ходил в школу с Нилом. Некоторые дети называли его Носатым Нилом. Вероятно, Нил Хозенберг числится пропавшим. Замечание. Состоителя. Это было плотно. У него был астма. Том. Замечание, вероятно, Том Барлоу числится пропавшим. И его банда. Фредди. Фредерик Бартл числится пропавшим. Хьюго. Никого с таким именем не обнаружено в архивных документах. Короче, они все издевались над ним. Он привинил на свалку, чтобы поиграть. Дилан Фейден. Интервью 2002 год. Экстраполированная информация. Неподтвержденное наличие дополнительного слайда обозначения дом. Одна говорит, что дом был пустой, вторая говорит, что там куклы на полке. Кому верить? Спрашивается. Я так понимаю, сюда нам путь заказан. Что-то попасть. Очень вопрос. А, да, может так. Отлично. Уже не внимательно. Вот. You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Thank you for staying with us. Here's our first caller. Hi.
What I'm about to tell you, if they found out, I don't know what would happen. If who found out, brother? The men in the suits. They told me it was an industrial accident, but this is something else. Something nobody talks about. Ordinary. This certainly doesn't sound very ordinary, Colin. No, not ordinary. Ordinary. It's a town, and it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they said, but that's bullshit. Whoa, please watch the language, Colin. It may be 2 a.m., but we're still left on the ship. I'm sorry. It's just my brother lived there. They said the town was destroyed, but it wasn't. I went there. The people are gone, but the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears, yet the town remains. Tell me, was the phrase, there is no salvation, written anywhere? I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Fort Verde. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces, but we know the truth. A mass abduction, as predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Я тоже сейчас закончу скоро. Спокойной ночи, Крис. Спокойной ночи, Крис. Спасибо за компанию. Всем. Я сейчас тут где-нибудь обыщусь. Пока. Пока-пока. Я уже встану и пойду спать. Килобайт. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So, clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life. Popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there's something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause? And what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct? A reflection? A projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions. Or die trying. Однако. А, Джесси тем временем изображает кошечку. И застревает в коробочках. Я так и буду ходить, пока я не смогу вылезти. Просто потому, что я могу. Все. Это здесь точка. Она же здесь есть. Или там шепчутся, значит, она рядом. Вот она. Сейчас мы послушаем нормально. И пойдем спать. Annual evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carla Vaughn. The questions asked here correspond to the... Нет, надо оставить мне так, чтобы читалось, что ли. А то как-то совсем садизм.
Annual evaluation of Dylan Faden, formerly P6, performed by Dr. Carla Vaughn. The questions asked here correspond to the fifth iteration of the Gunner's psychological assessment. Are you ready, Dylan? Let's begin then. In a single word, describe the world around you. Where's Casper? Dr. Darling is out of the building today. He's never out. He didn't want to come, did he? He never visits, not since Roberts. Tell Darling it wasn't my fault. I couldn't control it yet, but I can now. I learned. Will you tell him? In a single word, describe the world around you. A prison. A cold, empty prison. Not even a poster on the wall. Mm-hmm. What is the next number in the sequence 3, 6, 9, 12, 15? 18. What day is it today? How the hell would I know? It's not like you give me a calendar. You find a rabbit in the woods. It is breathing, but not moving. You cannot see any blood. What do you do? Leave it. Expand on that. It doesn't matter. The rabbit's not real. None of it's real. What day is it today? Do you enjoy asking people questions that can't be answered? Is this what gets you up in the morning? What you dreamed of doing as a scared, stupid little girl? Can you describe a dog to me? In Ordinary, we had a friend. Nosebleed Neil. And when it all went crazy, you know what I mean. Nosebleed Neil turned into a dog. Or something like a dog. What day is it tomorrow? Fuck off! I don't know! There is no calendar! How can I fucking know? Dylan, calm down. Fuck you! Fuck you and fuck Casper! Hey! Are you watching this, you old fuck? Did you send your bitch because you're too scared of me? Where is Casper? Security, get a team in here. I need... Whoa. Сами виноваты, вижу, блин. С другой стороны. Сказано же, отстань. Что у нас по Линариуму? В городе от Линариума произошло АМС, вызванное предметом силы. Геопроектор, код ОП-15. Клоуки. У них всех одинаковая маркировка. Об этом я забыла. Надо будет проверить кое-что. Обнаружено местными людьми на столке за городом. При использовании геопроекта определенного набора слайдов, проецируемые изображения открывают портал уровня изменения. Дети используют различные слайды, чтобы привлечь исчезновение всех взрослых жителей города. Реагирование на события. 30 августа 2002 года Дилан Фейден, 10 лет, офигеть. Смотрим материалы И-6. И его сестра Джесси Фейден, 11 лет, смотрим материалы И-7. Пошли вниз на свалки и вырушили геопроекта. И были первые информации, смотри, файл Дила ООП-15 и презентации Дарлинга. Команда во главе с директором Тренчем и доктором Тарлингом прибыла на место 14 сентября. АМС совершила основную команду Ашлайки и Фейден, которые привели их к геопроектору и слайдам, которые были все сожжены с исключением одного. Команда попыталась задержать парочку, но Джесси сбежала. Вроде было обнаружено 17 выживших. Все они были допрошены и протестированы. Смотри интервью. Такой-то и файлы программы «Гены кандидат». 10 лет. Сейчас ему, значит, 28. Жесть. Так, АМС в одинарии. Этап 4. Точка А. Город Попе. Свидетельские показания. Трэсси и я последовали за... ...гонящими до пещеры. Их там было много. К ним присоединились и другие ребята из города. Это было реально страшно. Трэсси схватила геопроектор. И мы побежали так быстро, как только могли. Они преследовали нас.
Я упал и поранил колено. Джесси пыталась помочь мне, но говнище не отставали. Грёбаный говно. Они практически схватили нас, а затем появился Нил. Нил был похож на собаку. На расплавленную собаку. И я знал, что это он. Нил много раз говорил о том, что ему не нравится быть мальчиком. Из-за того, что Том постоянно его бил. Думаю, ему нравилось быть собакой. Делаем с этим интервью 2002 года. Проектор не выключался, поэтому мы заменили слайд на руку. Я сразу же услышала ее. Она обещала помочь. Джесси Фейден. Терапевтический сеанс в 2010. Джесси сказала, что мы должны назвать ее Полярис. Это потому, что она делала звезды в школе. Гео Фейден. Интервью 2002 года. Так он знает о ней. Понятно, почему он сразу сказал. Как только мы пришли. Экстраполированная информация. Дополнительный сайт значения. Рука. SID-36 подтверждена и находится в распоряжении бюро. Утвержденное существование под естественной сущности его значения собака не EID-99-30. Кому не потерять этот файлик. И, наверное, карьера на сегодня. Всем спокойной ночи и...